Здорово, это домашний канал Валерки и дополнительные режимы Resident Evil 2, ремейк. И мы с вами прошли четвертый выживший, вот открылся выживший Тофу, но его оставим мы напоследок, потому что здесь будет, я чувствую, вообще полный хардкор, полная жопа, полная жесть. Вот. Начнем проходить за выживших призраков и начнем, наверное, с беглеца. Здесь у нас уровень сложности 2 звезды, мы продолжим как бы вот сначала 2 звезды, потом... По возрастанию 3, 4 и уже выживший Тофу. Окей, это, короче, у нас альтернативная реальность. Сценарий идет от лица Кэтрин, это дочка мэра. В оригинальном сюжете ее убивает шеф полиции Айронс. Здесь будет показано, что было бы, если бы она как бы выжила. Вот. Давайте посмотрим, давайте взглянем, попробуем. Итак, рассказ о будущем, которое никогда не наступило, о ночи, которая никогда не закончилась. Я отведу тебя к твоему любимому. Кэтрин Уоррен поверила словам Айронса. Он джентльмен, шеф полиции, к тому же хороший друг ее отца мэра. Но когда Айронс заманил ее в приют, маска была сброшена. Знаешь, думаю, ты станешь моим шедевром. При этих словах она впала в отчаяние. Однако судьба была на ее стороне, Кэтрин забрала ключи у того, кто должен был убить ее, и приняла решение, она должна спасти Бена, свою любовь. Короче, будем спасать Бена. Будем спасать Бена. Я так полагаю, Бен, помните, да, когда за Леона играли в оригинальном сюжете, там за решеткой сидел чувак, короче, репортер. Его, по-моему, звали Бен. Или журналист он был. Вот. Доберитесь до камеры Бена. Окей, пошел отсчет времени. Так, посмотреть карту. Мы находимся в приюте, кабинет директора, холл, двор приюта, какой-то автомат с предметами. Окей. Спидранить мы не будем, короче. Что у нас тут в инвентаре? SLS-60, отлично. Для него у нас есть патроны дополнительной мощности. Всего два. Бесконечный ножик, что очень радует. И... Так, патроны для пистолета и красная трава. В принципе, не густо, не густо. И сам инвентарь, он маленький. Окей, начнем, короче, будем... не смотрим на время, мы не спидранеры, и время нам похер, нам главное пройти сюжетку. Окей, письмо директора. Вы помните белые образцы из отчета за прошлый месяц? Ученые назвали их бледноголовыми. Эти образцы подверглись особой мутации и теперь обладают способностью к регенерации. Остановить такие образцы слабым оружием будет трудно. Я не говорю невозможно, просто на это уйдет некоторое время, так что не советую. Остановить бледноголового может мощное оружие, наносящее урон быстрее, чем действует регенерация. Сейчас моя команда работает над способом надежного производства бледноголовых, поэтому я прошу вас в следующем месяце удвоить количество подопытных экземпляров для лаборатории. Такова цена, которую мы платим за лучшее будущее. Окей, какие-то новые монстры, бледноголовые, и убить их можно мощным оружием. Мощное оружие, которое вот хедшотит патроны. У нас всего два. Так, первый зомби, окей. Здорово. Короче, роняем их на пол. Вот, этих зомбарей. И будем добивать ножиком, потому что... Да сдохни ты уже, а, наконец. Потому что патронов не так уж и много. Ты сдох? Ты сдох или просто нога отвалилась? Окей, ладно. Вроде как сдох. Так, ох, окей. Я понимаю, это у нас бледноголовый. Ну, смотри, какой быстрый, какой шустрый. Ёб твою мать! Просрал патрон. Все. Все, больше у нас нету. Чуть ножик не просрал. Больше у нас нет патронов. Больше у нас нет мощных патронов, поэтому я не знаю, как будет. Опа, привет, еще один бледноголовый. Да что ты? Твою мать. Что-то я мажу. Надо, короче, как-то стараться, я не знаю. Стараться... Им вообще посрать, короче. Посрать на патроны, наверное. А, нет, смотри, убил. Смотри, убил. Отлично. Окей.
Погоди. Понятно, здесь ключ нужен. Идем наверх. Опа! Зомби с рюкзаком и в кипаре. Блин, напрягает то, что надо ждать, пока, короче... Так, отлично, ключ. Ждать, пока... Сдох? Пока... Так, ну что-то... Пока сведется. Окей, ручная граната, патрон для пистолета, патроны... О, отлично, вот эти патроны берем. Окей. В смысле? Не понял, предмет взят. Всего один предмет, что ли, можно взять? Ладно, допустим, окей. Главное, что не гранату взял. Четыре патрона нормально. Если четко стрелять, короче, если четко попадать, то мы четверых бледноголовых можем вынести. Окей, допустим. Так, три собаки и зомби, да, получается, с этим? Да, встает. А, есть автомат. Стоп, стоп, стоп. Я попробую отсюда. Мне главное дверь. Опа! Прибежала. Открой ты сратую дверь-то. В смысле? Я четко в собаку прицелился. Погоди. Какого хрена? А, убил? Да ладно, четко попал. С одного выстрела, что ли? Типа хедшот? Неплохо. Так, ни одной собаки не вижу. Вон они, бегут. Минус. Все, готовы? Отлично, собаки сдохли. Собаки сдохли, блин, патроны, патроны вообще просто. Патроны как вода. Да сдохни ты! Я не понимаю вот этот наносимость урона, короче, не понимаю. То, блин, с двух патронов убивают, то с одного, то с десяти. Химический огнемет. Неплохо. Берем. Ключ и химический огнемет, отлично. Так, понятно. Один предмет, да, зеленая трава, красная трава, синяя трава. Так, если я возьму зеленую траву, совмещу с красной, то она просто тупо прибавит здоровье. Если я возьму синюю траву, прибавит нам защиту от урона. Давайте. Наверное. Я думаю, будет логичнее взять защиту от урона. Хотя, блин, нас уже покромсали, но... Похер. Но похер. Окей. Я понимаю, здесь просто тупо вот эти вот прохождения локаций всякие. Из рюкзаков брать ключи, короче, и проходить локации. Так, ладно, еще один... Еще один автомат. Окей, автомат световая, патроны дополнительной мощности, топливо. Патрон дополнительной мощности, конечно. Воу-воу-воу-воу-воу. Сколько их? Сколько? Так, где мой огнемет, наверное, да? Поджигаем всю эту тварь. Всю эту дичь. Пошла в жопу! Огнемет, кстати, быстро кончается. Я кого-нибудь замочил? Ну да, там какие-то трубики лежат. Пошла нахер. О, боже, боже, боже! Вот здесь бы реально не помешала граната. Вот здесь бы реально не помешала граната. Так, на всякий пожар, да? Я просрал... Да что ты, блядь, не дохнешь-то, падла сраная. Мой ножик, отлично.
Сдох. Огнемет, все, почти кончился. Все. Ердык, короче, этому ножу. Так, погоди, а где этот рюкзак? О, отлично. Топливо, о, неплохо. Неплохо. А я не знаю, есть ли смысл, короче, убивать всех. Погоди, из них лут какой-нибудь вываливается, нет? Походу нет. Так, ну ключа нет, получается. Значит, дверей пока не будет. Опа, бледноголовые. Так, патрончики у нас есть. Блин, с двух ударов, прикинь. С двух ударов. С одного нифига не проканало. Иди сюда. Иди сюда, говно. Готово. Отлично. Заранее перезаряжаем все. Так, патроны меняем. Меняем патроны. Оооо, конечно, херово мне. Так, погоди. Надо их ронять, надо их как-то уронить, я не знаю. По ногам стрелять, что ли? Блин. Это жестко, конечно. Гори. 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 Гори, 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 гори. Да упади ты уже! Так вот. Залезла в автобус. Ни хрена себе. Я думал, хрен. Я думал, хрен она залезет в автобус. Так, отлично. Одна готова. Сдохни. Отлично. Ну, слушай, как-то... я просто, наверное, просто пока... локации, не знаю, пока вот местности, что здесь происходит и как. Поэтому как-то кажется сложновато. Так, окей, зеленая трава, красная, синяя. Давай зеленую возьмем. Лизун. Лизун сосун. Так, главное не шуметь, короче. Тихо. Этот у нас ползает. Интересно, лизуны услышат, если я буду ножиком мочить зомби? Не, походу все нормально. Походу они не услышат. Так, отлично, ключ. Смотри, подкрался, там очень близко подкрался ко мне. Ладно, идем. Опа, тихо. Опа, тихо. Тихо, без резких движений, пожалуйста. Отлично. Так, бледноголовый. Бледноголовый, 5 патронов у нас есть, но его не будем трогать, он там что-то своими делами занят, короче. Там для него что-то интересное творится, короче. Пройдем спокойно. Пройдем спокойно. Ой-ё. Так, он того говно надо... Блять, выносить сразу. Да ёб твою мать! Твари сраные! Ну что ты ползёшь-то как дура? Ну всё, капзда. Всё. Не пробежать, ничего не сделать. Окей. Разминка завершена. Так, окей. Заново, чё? Заново, конечно. Пробуем еще раз. Так, толпа, которая выходит из автобуса, надо, короче, мочить ее. Так, скипуем.
Гранату. Наверное, возьмем гранату. Вот. Возьмем гранату. Здешних двух бледноголовых, короче, надо убить четко. Нет. У нас как раз два патрона, как раз на них. Надо убить, попробовать четко. По красоте было красиво. Так, сейчас гермоголовый вылезет, окей. Четко целимся. Отлично, готов. Во второго также надо четенько попасть. Готов, отлично, просто красиво все было. Все красиво. Все пока четко, красиво. Минус зомби. Ключ. Хорошо. Хорошо. Берем ручную гранату, наверное. Да, ручную гранату. Блин, там в автобусе будет два бледноголовых, короче, но я не знаю, как их мочить. Попробовать огнеметом сжечь. Потому что пистолетом слишком долго придется гасить их. Попробуем, короче, с огнемета зажечь. Я перезаряжу. Сейчас тут три собаки. Три сратые шапки. Действуем также по плану, короче, также вот отсюда. Пробуем. Дохни. О, четко попал. Просто с одного выстрела. Правда, один патрон зря потратил. Я думал, короче, надо будет добивать. Так, окей. Тихо. Сдохла. Отлично. Где еще одна? Вон она бегает. Носится. Все. А вообще красота. Просто красота. Окей. Блин. Да что? Четко. Два патрона пустоту. Два патрона в никуда, короче. Просто я выпустил. Это плохо. Так. Также берем синюю траву. В смысле? А, объединить. Окей. Хорошо, что здесь есть вот эта фишка, короче, сразу объединить можно. Это очень радует. Так, погоди, граната. Выбрать гранату. Надо в кучу их сейчас собрать, короче. И жахнуть. Просто жахнуть. Прям в кучу. Тут было красиво очень. Давайте, пацаны, выходить. Парни. Камон. Все кучкуемся. Побольше. Давайте. В толпу. Кучкуемся, ребята. Да, блядь! Чё ты творишь-то, сука? Руки затянись и взад. Кидай! Молодец! Чётко, нет? Блин, еще вот эти остались. Еще три. Еще, мать его, три. Так, надо как-то... Не, конечно... Жестко, конечно. Так, минус зомби. Упади, я тебя ножиком почикаю. Да упади, я говорю! Отлично, молодец, красавец. Просто красавец. Идет! Успел. Упади. Отлично. Там кто-то ползет. Да тварь, а! Что ж они такие стойкие-то, блин? Ползают, смотри. Я сейчас постараемся. Так, погоди. Топливо для огнемета, отлично. Хорошо. Пригодится. Блин, они еще и... Они ползают как-то... Как ты встал-то, а? Говорю, лежать, падла. Да, блин.
Отлично, молодец по красоте. Так, не знаю, вот этого надо как-то ножиком, ножиком как-то надо. Побегаем. Все, лежать. Без двух ног ты не такой быстрый, падла. Все, сдох. Отлично, а где... какой-то из них тоже там ходил, короче, надо его... Не знаю, может он притворяется. Не, в принципе, все сдохли. Окей, все сдохли. Так, мы здесь брали? Нет, нет, мы здесь не брали. Так, окей, топливо мы взяли, давай берем вот такие патроны. Отлично. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Так, погоди, огнемет? Попробуем огнеметом сжечь падлу. Давайте, подходите. Горите нахер. Не-не-не-не-не-не, мне кажется, они не сдохли. А, нет, сдохли? Хорошо, хорошо, просто шикарно, красиво, прикольно. Окей, так, ладно. Берем пистолет. 10 патронов. Здесь 3 зомби. 3 зомби. Окей. Падай. Ах ты, падла. Так, если еще спрячемся в автобусе. Да что? Не хотят падать, не хотят падать. Я не знаю, может по ногам будет лучше стрелять. Да куда ты стреляешь, дура ты косая, а? Кто тебе пистолет-то доверил? Шла в жопу. Так, эти патроны не тратим нахер. Гори, 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 гори. Живая, я так и знал. Гори нахер. Да сгори ты! Откуда ты лезешь-то? Кто тебя просил-то? Пошла в жопу! Ножик мой отдай. Окей. Где? С какой стороны-то? У меня звук во всех... Да падла ты толстая, а! У меня звук во всех ушах, короче. Я не понимаю, откуда зомби идут. Да как ты звал? Да как? Ножик тебе зачем, падла? Да сдохни ты уже, а? Сгори ты. Сгори ты, падла. Еще такая... Сдохнешь ты или нет, а? Как меня напрягает, что у них урона столько дохера просто. Вот. ХП у них дохера просто. Так, что у нас? Отлично. Ладно, зеленая, красная трава. Так, зеленую, конечно. Зеленую, короче, комбинируем. Она у нас полностью восстановит все. Ладно, окей. Окей. Пробуем также, короче, без движений резких. Зомбаря режем ножиком. Бери, бери, он там подползает, подползает. Отходи, 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 отходи. Молодец. Красиво, красиво. Молодец, умничка. Подкрался, смотри. По стенке, по стенке, по стенке. Так. Напряженные, блин, моменты просто вот напряженные. Просто напряженка идет. Отлично. Так, того козла не трогаем. Пистолет сразу. Там будет дермоголовый, короче. Его гасим, а зомбарей не трогаем.
Зомби идут нахер. Твою мать, ну! Да что, блядь? Что, сука? Блядь. Идите вы все в жопу, а! Просто нахер посланы все. Что здесь? Патроны обычные, 4 патрона такие. Блин, я вот не знаю. Давай такие, конечно, эти берем. Чё тут думать-то? Чё тут думать-то, Так, у нас опасно, короче, я очень опасно иду. Я очень опасный тип. Очень опасный тип. Оу! Йо, вот это красиво сейчас было просто. Я, короче, одним патроном двоих вынес. Хорошо, так. Ёпта, собаки. Нахер пошла. Блин, я не хочу тратить на них. Еще одна собака. Гори, падла. Еще две собаки. Так, пошли в жопу, собаки. Собаки, а? В ушавке, а? В ушавке. Так, длинноголовый. Блять. Сдохни. Ё-моё! Ё-моё, ты смотри! Ё-моё, сколько их тут! Охренеть, охренеть! Охренеть! Очень много, очень. Ищи длинноголовый с этим, с рюкзаком. Блять! Ножик! Да беги! Да сука! Что за дичь-то? Что за дичь-то? С рюкзаком, падла. С рюкзаком, падла. Надо падлу с рюкзаком мочить. А, где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Ну что вы такие быстрые-то, падла? Вы зомби, блин. Патронов нет, чем я буду мочить-то? Охренели? Пипец. Жестко. Просто жестко. Я все просрал, короче. Я все тупо просрал. Я... Полная жесть. Погоди, а здесь замка нет. А я отсюда пришел. Поэтому замка нет. А, все, мне канда. Мне кринды. Погоди, а вон там проход. По-любому, в рюкзаке по-любому ключ, наверное. Или какое-нибудь топливо, я не знаю. Пиздец. Да сколько этих бледноголовых-то, а? Блять. Ключ, конечно, ключ. Здесь по-другому никак. Здесь, блин, надо экономить, экономить сраные патроны. Сраные патроны экономить. Опа, погоди, замок. Отлично. Опа, замок. Хорошо. Четко, отлично. Так, хорошо. Мне не поможет, мне не поможет эта сраная аптечка. Но у меня патронов нет, у меня один ножик. А, и ножик я просрал. Ну просто шикарно. Просто это просто отлично. Это просто хорошо, да? Просто пипец. Вы молодцы. Боже, да, боже. Свалили нахер. Свалил ты. А, меня загнали. А, загнали меня.
Отлично, молодцы. Опа, просто шикарно. Кушать подано. Ты видал, сколько их здесь? Это как? Это как? Здесь хоть экономь, хоть и не экономь патроны. Здесь просто никак. Одним выстрелом двух зайцев. Отлично. Здесь это просто никак. Здесь вообще просто. У меня нет слов. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Здесь даже экономия патроны, ты хрен про... на всех не хватит. Ты видал, сколько там, какая толпа? Во-первых, на улице какая толпа была. Привет. Блять! Все, все, я сейчас вообще вначале все патроны потрачу. Почему так мало, блядь, патронов по обоими? Да сдохни ты уже, ну! Что такой... Нудный-то, ушлый такой. Иногда даже непонятно, я просто, я прицеливаюсь, короче, чтобы, ну, четко в голову прицеливаюсь. Так, граната. Четко в голову. А... Она стреляет куда-то вообще в сторону, непонятно. Собаки, окей, собаки. Минус собака. Раз. Два. Минус собака. Живая! Куда эта падла убежала? Куда эта шавка свалила? Падай. Умри. Отлично. Так. Держи. Отлично. Пока красиво. Пока красиво. Патроны, правда, потратил знатно, но пока красиво. Так, также додерживаемся до, короче, следующего автомата. И там берем зеленую траву. Гранату сразу. Сразу гранату выбираю. В кучу, надо как-то их кучнее, короче, собрать здесь. Так, давайте, кучнее все, кучнее, ко мне, живое мясо. Опа, ловим, опа. Кучку замочили, опять трое осталось. О, еще больше осталось чуваков, чем было. И тем более еще с этим рюкзаком остался. Ладно. Короче, цель... Да, отойди от гидранта-то, блядь. Бесит вот эти застревания, сука. Окей. Погоди, световая граната есть. Блин, а здесь 4 эти. Ту толпу, может, блин, как-нибудь, не знаю, в ту толпу, которая в тюрьме, там, в этой парковке, кидануть, короче, световую гранату и пробежать тупо, нет? Это надо ее скопить, а еще до нее дойти надо. Тут целых 4 вот этих тварей можно замочить.
Вообще просто выбор жесткий. Жесткий выбор. Окей. Не знаю, как это поступить, короче. Фу. Окей. Давай. Наверное. Так. Так, где с рюкзаком? Где с рюкзаком, падла? У него там топливо. У него там топливо. Как бы так. В принципе. Что? Отлично. Остальных нахер не трогаем. Выбираем топливо. Тут сжигаем нахер. Горим, 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 горим. Молодцы. Пошел в жопу. Зарядка сразу. Так. Вот эти. Те из автобуса не выйдут, походу. Вот эти я не знаю, блин. Я как-то... Сама ты. Зеленая трава. Сразу объединить. Отлично. Мне бы ножик с этого козла забрать. Хорошо. Хорошечно. Все, заходим, тихо. Тихо! Тихо, я говорю! Я бесшумно зашел. У меня глушители на ногах. Забрал. Забрал ключ. Ключ забрал, пошел. Так же по стеночке аккуратно. Да какой ножик? Давай ножиком взломаем замок. Красиво. Красиво. Не просрать. Не просрать патроны. Стрелять четко, метко, просто в глаз. Ракурс. Ракурс выбрать. Красиво. Красиво. Так, ребята. По красоте прошел. Что здесь у нас? А, патроны такие, патроны 50. Так, если четко стрелять, троих вынесем. Бледноголовых. Так, это получается у нас... Фу, два будут на лестнице. Получается. Два будут на лестнице. Один с рюкзаком. Ну, хотя рюкзак, я не знаю, пробежал что-то. Я не знаю, нужен там тот рюкзак, не нужен. Может, там какие-то патроны лежат просто тупо. Постараемся. Будем стараться. Будем стараться. Возьмем такие патроны, потому что там собак будет целая куча. А, как раз трое там. Там на лестнице будет... Двое сейчас. И... В калитке там будет один. Привет, ребят. Здорово. Так, окей. Блять. Все просрал, блять. Все просрал нахер. Ебать. Собака. Падла, сдохни. Перезарядка. Табака. Падла, сдохни. Перезарядка. Две собаки. Молодцы. Молодцы. Идем, идем. Красиво идем. Красиво идем пока. Косяки есть, но идем красиво.
Бегом, 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 бегом. По красоте прошел, по красоте прошел. Так. Много их там. Опа, пришел еще один. Плюс добавок еще один. Я, кстати, ножик просрал, да? Ножик я просрал. Так, в обход бежим, в обход бежим. Там зомби. Отлично, отлично. Вот так вот змейками, змейками. Просто красиво иду, красиво иду. У нас послан. Да падай! Да тварь! Тварь! Падлы. Так, нахер, нахер, выбираем, выбираем аптечку. Пошел, 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 пошел. Убиваем с рюкзаком чувака. Четко. Еще. Четко. Рюкзак упал. Рюкзак упал. Забрать рюкзак. Забрать рюкзак и валить нахер. Быстро, 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 быстро. Ты можешь ускориться. Отлично, ключ. Все, бежим. Все, бежим, все, идем. Я иду. В принципе, на парковке должен быть, в принципе, конец, если какой-нибудь не будет там. Снова там, типа, ты опоздал на эвакуацию и так далее, и такое, и тому подобное. Так, окей, что у нас? У нас, что у нас вообще с патронами? У нас 35 патронов, окей, и огнемет. Мочим, короче, сначала сжигаем нахер огнеметом. Так, 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 так. Горите, падлы. Да сгори ты уже, но! Все, патроны кончились. Патроны кончились. Нужен пистолет. Так, 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 так. Упала. Одну. Опа! Ты как здесь оказался, падла? Пошел нахер. Все пошли. О-о-о! Откуда второй там появился? Откуда второй появился? Сбрасывай, 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 сбрасывай. Молодец. Беги, падла. Отлично, 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 просто. Это, жестко, это жестко, падла. Жесть. Опа, замок. Беги, беги, беги. Куда-нибудь. Да, да, да. Просто на грани. Просто на грани. Это было жестоко, конечно. Это было реально жестко. Общее время 13, короче, новый рекорд. Сила любви, украшение крокодилкой. Что? Сила любви. Так, новый рекорд за 13, короче, минут мы прошли. Ну, не считая, я так полагаю, не считая тех... двух раз, которые мы погибли. За 13 минут. Окей. Хорошо. Хорошо. Окей. Окей, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Ссылочка на прохождение плейлиста будет в описании внизу под видео. И с вами был Валерий 7. Пока.